Добрый вечер, я всех приветствую на территории Свободы. И сегодня гость моей программы, депутат парламента от партии Действия Солидарность, председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, если я правильно помню, да? Владимир Боля. Добрый вечер, господин Боля. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время, хотя сегодня тоже был насыщенный день. Сегодня состоялось, насколько я понимаю, заседание, десятое да, заседание или объединение Молдова ЕС. ЕС, да, конечно. Вы там присутствовали как председатель комиссии. Повестка да. дня насыщенная. Ну, идут э, такие очень хорошие разговоры по поводу того, что мы должны продвигать республику Молдова. Особенно меня интересует э, агропромышленный товар. У нас довольно-таки широкий спектр производства данных товаров. И, безусловно, мы заинтересованы в продвижении их на западный рынок. Все-таки мы говорим про 500 миллионов э, потенциальных покупателей для наших товаров. И нам, конечно же, интересно увидеть те требования, ну, более точные требования к нашим товарам, имея в виду качественные параметры, чтобы можно было выйти с этими товарами на европейский рынок. В этой связи у меня, конечно, всегда возникает вопрос, потому что в официальных пресс-релизах всегда мы выражаем слова благодарности. Я уже могу, не читая пресс-релиз, приблизительно рассказать, если там существует хотя бы встреча хотя бы с одним из европейских чиновников, то мы выразим слова благодарности за поддержку на пути продвижения европейской ценности внедрения, за поддержку во время пандемии, за выделение финансовой помощи. Я их могу писать сама, по сути, уже эти пресс-релизы, мне так кажется. Вопрос мой такой, а мы говорим о том, что э, у нас есть проблемы в части вот этого договора, да, типа квотированию, которое вы нам выделили, и мы бы хотели какие-то моменты пересмотреть. Нам нужно вот здесь, если мы говорим о сельской продукции, да, сельскохозяйственной, вот здесь, если можно, нам необходимо увеличение, и это нам поможет. А вот эта квота, она для нас пустая, у нас этого вообще нет. Смотрите, это было первое заседание нового парламента угу. по поводу нашего приближения к Евросоюзу. Ну, Во-первых, мы всегда благодарим, потому что вот за последние два года COVID Молдова получила от ЕС и от Всемирной отвоз Организации здравоохранения, мы получили 44 миллиона евро как минимум помощи. И мы не можем не благодарить эти страны за такую помощь. Мы получили более 2 миллионов доз вакцин это очень много. И мы говорим про жителей Республики Молдова, мы получили аппараты для производства кислорода. Мы не можем не благодарить за вот все это. Все, что касается того, что вы говорите, это, конечно, очень важно. И мы перешли немножко на другой уровень работы, и мы подчеркнули. Но ну, после таких формальных встреч обычно должны происходить рабочие встречи. И мы, я предложил, и поддержали, в принципе, мы должны начать работать по комиссиям. Это получается очень неформально, это получается уже в такой рабочей остановке. Парламентская Но комиссия по сельскому хозяйству, вопросы, да, и будут мы пониматься. идем, вот, берем все свои проблемы, мы встречаемся с ассоциациями нашим, производителем сельхозтоваров, мы берем подмышку все эти документы, садимся, начинаем разговаривать с европейцем по поводу вот этих квот, различного рода товаров, Допустим, по сливам очень высокий спрос на территории Евросоюза, у нас такие очень маленькая ну, так, квота на экспорт, и несмотря на то, что маленькая квота на экспорт, там немцы, поляки, они даже платят вот эту таможенную пошлину при импорте. Но ну, по-любому они покупают нашу сливу, потому что она получается очень вкусная, хорошая, угу. но ну, она слива. И они вот начали даже за такой короткий период, за два года, у них есть уже покупатель, который привык к нашему вкусу сливы. Поляки покупают очень хорошо нашу сливу. Конечно, надо переговорить и надо начать работать на уровне вот таких комиссий. И поэтому я очень рад, что на уровне сегодняшней беседы приняли такое решение, что дальнейшую работу надо проводить на более неформальном уровне. А профильный? Профильный, да. Ну, это логично, потому что, вот как каждый раз, потому что я понимаю, большое мероприятие это действительно всегда протокольное мероприятие, где расшаркивание, Гран Мерси, мы вас поддерживаем, спасибо за поддержку и разошлись. Которые, по сути, мало что решают, кроме того, что демонстрируют намерение, что вы для нас Решения. Общие решения какие-то принимаются. Наметились планы по работе. Следующая поездка будет уже в Брюсселе, или это январь, или февраль. Но до того времени я думаю, что. Вы придете уже с конкретными предложениями. Последний, насколько да. я понимаю. Нет, ну там есть поболее, но надо понимать, что когда мы говорим про торговые соглашения с Евросоюзом, ключевое слово торговые. И Торговля идет не только со стороны Молдовы к Евросоюзу, и со стороны Евросоюза по направлению к Молдове. Мы должны понять, что если мы требуем увеличения квот чего-то на экспорт в Евросоюз, у Евросоюза есть свои интересы на экспорт. Да, да. Поэтому мы должны быть очень и очень внимательны, когда мы говорим про пересмотрение и переосмысление каких-то квот. Если это равнозначно или равносильно, потому что у них есть другие интересы. Это очень прагматичные люди. Это люди, которые сидят с калькуляторами и понимают, зачем они заключили это торговое соглашение. Правда, Молдова до сих пор почему-то не понимает, зачем она заключила это соглашение. Мне кажется, мы не очень понимаем. И не понимает всю ценность да. данного соглашения. Это безмерный потенциал развития Молдовы, потому что рядом с тобой, 500 миллионов самых богатых жителей планеты, которые могли бы купить все, что мы производим. И, а мы этим не ценим и не дорожим. И не только по отношению к Евросоюзу. У нас есть и другие торговые соглашения, подписанные. Вот об этом мы сейчас с вами поговорим да, дальше. Которых мы но точно так же не эксплуатируем. Я секундочку перебью. Я с самого начала так уже взяла за сегодняшнее мероприятие. Забыла сказать, что нас сегодня смотрят не только на наши странические леса, но и на Диаспора Медиа. Передаем горячий молдавский привет нашим согражданам из-за рубежа, которые нас сейчас смотрят ведем переговоры с депутатами, которые когда-то представляли диаспору и входили в списки как от диаспоры, для того, чтобы, может быть, они придут к нам в студию, и мы сможем поговорить и о тех проблемах, с которыми сталкивается, сталкиваетесь вы, находясь за рубежом. И для тех, кто сейчас у нас в нашей стране, мы продолжаем. И я прошу, делайте репосты, пишите комментарии, не стесняйтесь. Для нас это все очень важно, потому что пока мы работаем только в интернете, я надеюсь, пока. Возвращаемся тогда к другому нашему торговому партнеру, тоже большому, СНГ. Вы были избраны, я должна была вас с самого начала поздравить, председателем комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, главы делегации парламента Республики Молдова по межпарламентской ассамблеей СНГ. Владимир Более избран председателем комиссии. Да? Я вас поздравляю. Спасибо большое. Я, понимаю, я знаю, что вы к этому отнеслись очень серьезно. Ну да. Я, э, вы буквально 25-26 ноября были в Санкт-Петербурге. Ну вот в субботу прилетели. Да. Что там обсуждалось и что вы нам привезли оттуда? Ну, во-первых, это было заседание, мы говорили про пандемию и каким образом страны, участники СНГ справляются с данным видом. У меня была речь написана, наше Министерство здравоохранения, они не смогли, не, они не смогли полететь, я передал наши слова благодарности ВОЗУ и Российской Федерации, потому что мы, народу Российской Федерации, потому, потому что они подарили молдавскому народу 206 тысяч доз спутника. Это очень важная составляющая была, потому что в Молдове есть определенное количество граждан, которые хотят вакцинироваться спутник. И, насколько я знаю, даже сегодня мы говорили с госпожой министр, у нас заканчивается процедура закупки еще какой части спутника для того, чтобы провакцинировать граждан Республики Молдова, которые хотят ставить себе okay, вот эту okay. вакцину. Должно быть по желанию всех граждан, если человек хочет вакцинироваться спутником, почему нет, мы должны предоставить ему вот эту возможность. Это был первый день. Второй день у нас был уже заседанием по СНГ, на котором я в качестве председателя Аграрной комиссии промышленности и продовольственной промышленности, и там еще и окружающей среды, там по боли будет так, комиссия, имел два законопроекта, но ну, это модельный закон для всего СНГ, это по, по зерну, и по переработке территорий, которые были подвержены ядерному воздействию, это какие-то ядерные полигоны военные, или это гражданские полигоны, или, допустим, как Чернобыль, или mm -hmm. другие регионы, потому что государства члены СНГ, даже и, и, учитывая то, что они сохранились с советских времен вот эти территории, им приходится очень трудно восстановить вот эти территории, это очень дорогостоящее, и кроме всего прочего, научная составляющая очень-очень важна, и не у всех есть такой научный потенциал по переработке вот этих ядерных отходов, поэтому нужно вот такое совместная работа, совместное исследование, каким образом восстановить эти земли. Вот про это я представил законопроекты модельные. И, кроме всего прочего, у меня была такая задача поставить акцент, каким образом Республика Молдова и новое парламентское большинство будут строить отношения с Российской Федерацией и с другими странами, членами СНГ. Конечно же, мы заинтересованы в строительстве межинституциональных отношений. Я очень ценю личные отношения между людьми, они очень важны всегда но это важны в начальном этапе на начальном этапе, когда ты начинаешь что-то строить, впоследствии очень важно строить междуинституциональные отношения, когда мы говорим про парламент Молдовы и ассамблею строить отношения, потому что если, допустим, Боль Владимир в качестве главы делегации парламента Республики Молдова строит какие-то отношения, ну впоследствии он заболел или он ушел из политики вообще, это не означает, что все закончилось, приходит другой человек, принимает э, угу. от места, где остановился более Владимир, и все идет дальше, то есть мы хотим уйти от, от очень большой роли личности, которая занимает какую-то должность, к институту власти. И мы говорим про парламент. Это одно. И мы будем строить и дальше. Потом мы говорим про очень прагматичные отношения. То есть мы вошли в состав, вот в этом году уже 30 лет, как вошли в состав... По СНГ подписали данный договор. Там есть очень важная составляющая. 2011 года подписано всеми о свободной торговле. Да, впоследствии был создан Евразийский экономический союз. Безусловно, но не все страны, которые входят в СНГ, вошли в, в Евразийский... Мы э, вроде как получили статус наблюдателя. Да, ну у нас есть статус наблюдателя. Мы еще и до него дойдем. Я, мы поедем уже в Москву, встретимся с этой комиссией, переговорим, посмотрим, каким образом мы можем возобновить. бывшего лидера, бывшего президента Республики Молдова Игоря Дадона о том, что партии ПАС не интересно вот этот статус наблюдателей в Евразийском Союзе? Нет, это неправда. Он нам, наблю... Он нам интересен, мы его поднимем, мы, мы должны туда назначить э, людей, которые будут представлять интересы Республики Молдова и продвигать наши интересы. Ну как может быть тебе неинтересно, когда это рынок примерно 260 миллионов граждан, которых не нужно, которым не нужно говорить, что такое молдавские конфеты, вино, печенье, мука или другие товары, которые а они да, очень слива, хорошо знают. которую давили, Сливы. или помидоры, которые давили, я помню, тракторами. Что, О, что с этим будем делать? Ну, это была очень важная так называемая политическая составляющая. Мне хочется все-таки переходить на политическо-экономически. Вот отношения. я это хотела спросить. Вы вернулись оттуда с каким ощущением, что мы можем договариваться по стабильно предсказуемой торговле? У нас есть договора, да, у нас есть и двусторонние договора, которые мы с Российской Федерацией не... Они, они действующие, они должны работать. Есть и договора в рамках СНГ. Мы можем договориться с ними на нормальную предсказуемую торговлю без участия левых... За кадровых подковерных договоров, как было. А раньше. Смотрите, отношение с СНГ у нас идет по двум направлениям. Есть одна по СНГ в парламент, вот угу. куда я вхожу, межпарламентская ассамблея, есть межправа, межправительственная комиссия. Ее мы сейчас создаем, межправительственную комиссию. Я тоже напросился, хотя туда входят в обычные правительства. Но Российская Федерация тоже очень открыта, и сказали, что если с молдавской стороны будет депутат включен, они тоже включат из Госдумы депутата, чтобы это было все равно То чтобы. Мы настроены, чтобы это, было на... чтобы это было очень эффективно. Но учитывая тот факт, что я являюсь главой делегации в парламенте, в Ассамблее, угу. еще являюсь председателем комиссии по аграрной политике, а мы понимаем, что в большинстве своем все, что мы экспортируем в Российскую Федерацию, это, конечно, сельхозпродукции. Ну, к сожалению, другого пока что нет, но мы будем стараться экспортировать все, что можно, все, угу. что требует тот рынок российский, и не только российский. Мы изучим, я думаю, что после первых заседаний, во-первых, я то, что ощутил со стороны Российской Федерации и со стороны остальных стран, полная открытость для взаимодействия, для работы, полная открытость. То есть я не увидел, у меня были двусторонние встречи. С Карасиным, это председатель парламентской mm -hmm. комиссии по внешней политике Российской Федерации в Госдуме. То есть у нас была двухсторонняя очень хорошая встреча, где мы говорили о внутренней политике, о наших внешних отношениях, о интересах Молдовы создавать на платформе СНГ и отношения между Кишиневом, Молдовой и Узбекистаном, и Туркменистаном, и Таджикистаном. Потому что нам... Понятно эти рынки. И опять повторяюсь, допустим, наши торговые, не торговые представители, а у нас есть производитель Молдовы, который заинтересованы поставлять свою продукцию, там, тапочки или еще что-то там в Узбекистан, где есть спрос на данный товар. И мы создадим вот эти двухсторонние отношения между Молдовой и Узбекистаном, mm -hmm. чтобы возобновить вот эти поставки. Очень важно понимать, что в 2021 году политическая составляющая должна уходить на второй план, и в первую очередь должна выходить экономическая составляющая. Потому что когда мы говорим исключительно о политике, теряется основное, и тогда теряется интерес. И к сообществу СНГ, потому что нет экономической составляющей. А чтобы восстановить все, вот эту, весь живой интерес, надо опять вернуть... По главу угла экономической составляющей. И То я есть политика теперь заниматься. будет строиться, исходя из экономических интересов, а не наоборот? Да. Экономика. И обвинение в том, что Пасса сделала знаете, очень сильный крен на запад и неравномерно, и не смотрит практически на восток, в таком случае не обоснованно? Лилия я учил очень хорошо философию, и там было одно такое определение. Бытие определяет сознание. Понимаете, и поэтому мы должны понимать, что хлеб насущий очень важен для всех людей. И когда мы говорим про торговлю, оно не приемлет политических законов и политических деклараций. Надо понимать, что законы экономики, законы торговли, они основаны на математике вообще. Это точная наука. И их нужно выполнять, как при строительстве моста. Если ты строишь мосты, как ты себе представляешь, то все люди умрут, которые проедут в первую очередь по этому мосту. Поэтому мы относимся очень щепетильно ко всем этим процессам, с уважением ко всем народам, ко всем странам, и строим такие прагматичные. И самое важное, вот я занимался бизнесом до политики, и я никогда не уходил, допустим, с переговоров, пока я не понимал, что человек, с которым я говорю, понял все правильно. То есть я не нрав... мне, мне не нравилось, когда, допустим, я ему продавал что-то, и у меня было ощущение, что он что-то недопонимает. То я все время говорил до того момента, чтобы человек понял абсолютно о цене обо всем. Вот точно так же и в политических отношениях, экономических. То есть все должно быть предсказуемо, четко и понятно в наших отношениях. И все должно быть основано на взаимном уважении и взаимных интересах. Потому что есть интересы Российской Федерации, которые они проводят очень хорошо на международном уровне, mm -hmm. на территории Республики Молдова. Почему-то очень мало говорили об интересах Молдовы. Мы все время обижались, что интересы России превалировали. Ну, конечно, они превалировали, потому что с молдавской стороны никто не представлял Молдову. Или очень слабо представляли Молдову. Вот и так. Вы считаете, что Раду Мудряк в предыдущем составе комиссии, он был, насколько я помню, да, председателем, он плохо представлял Молдову? Я не знаю, каким образом он представлял Молдову. Он так, как мог. Так, как мог. Хорошо. Возвращаемся тогда от международных наших партнеров сюда, в Республику Молдова где повисли с одной стороны обвинения партии действия над партией действия солидарности, в том числе со стороны Александра Слусаря и платформы, да, о том, что ну, не хотите вы принимать и продвигать закон о продвижении молдавской продукции здесь внутри, что минимум 50% молдавской продукции должно быть в магазинах, да, в супермаркетах больших. На полке. На полке, да. Да. И Гайбу сказал, что министр Гайбу, если я, чтобы я сейчас правильно его процитировала, а то я могу и забыть статку, а то потом опять скажут, что я про Бергайбу. В общем, насколько я понимаю, министр экономики Гайбу сказал, что это требование необходимо отменить, и оно не может применяться, противоречит принципам Всемирной торговой организации. Это, явление, это положение является анахронизмом по отношению к принципам международной торговли. Нам нужно внести некоторые изменения в закон и предложить общепринятые положения. Сейчас мы ведем диалог с бизнес-сообществом. Вы согласны с такой позицией? Ну, смотрите, в большинстве своем все производители Республики Молдова представлены на полках в магазинах, в крупных сетях, не то что 50%, 60-70-80%. Основные, да. Да, поверьте мне, это по По определенным данным. единицам. Ну, те, которые умеют, что представить. В большинстве своем э, с этой проблемой не предостав, не предоставления вот этого места на, на полках э, сталкивается производитель овощей. И фруктов. Фруктов меньше, в меньшей, в меньшей области, но особенно овощей. Но у них есть три проблемы основные. Отсутствие качества, отсутствие количества и отсутствие последовательности в своих действиях. Все вот эти крупные сети, да, по, по, согласно вот этому закону, э, они должны были обязаны поставлять и продавать 50% от полки, допустим, по овощам до 1 октября. После 1 октября нет, потому что мы понимаем, что в Молдове выращивать в теплицах овощи, это очень дорого, это неконкурентоспособно, он продать этого не сможет. Но в конечном итоге даже до 1 октября, если мы вернемся обратно и соберем всех производителей овощей, плодовочной продукции, назовем ее так, и если мы начнем говорить про количество и объем поставок, во-первых, качество, количество и объем поставок и ритмичность этих поставок, поверьте мне, что у нас, если найдется хоть один, но нет ни одного производителя. Даже агрокомплексы большие? А, агрокомплексы сейчас не выращивают овощи, так их там нет, у нас так много овощей, прям понимаете. Поэтому это очень большая проблема. Это очень большая проблема. Эту проблему можно решить. Эту проблему можно решить. Если данные агрохозяйства, маленькие агрохозяйства, начнут собираться в так называемые кооперативы производственные, и они совместно уже начнут вырабатывать какую-то политику по отношению к магазинам. Вот допустим, есть у нас сеть одна, она имеет 140 магазинов. Они тебе говорят, что вот на сегодняшний момент мне нужно ежемесячно 100 тонн каких-то овощей. Конечно, у нас нет таких производителей. К сожалению, сегодня их просто нет. Но если они соберутся втроем-четвером, они могут выполнить эти требования. Они могут. И правительство, вот сейчас у нас есть законопроект, вот прямо завтра за него проголосуем, там, допустим, за строительство склада или ну, холодильника для хранения овощей, если приходит один экономический агент, там 25% идет субсидий от государства. Если это кооператив, созданный там 3, 4, 5, 6, еще плюс 50% от стоимости. Если, вот, допустим, твой холодильник стоит 1 миллион, 750 тысяч государство тебе возвращает денег, обратно за строительство. Нечто похожее у нас было, может быть, там процентные суммы были другие, а потом я помню, что некоторые даже обанкротились, потому что государство не выполнило свои условия. Нет, государство а... сейчас выполнит и выполняет свои условия, что касается АИП, выплачивается замечательно, но не прямо а сразу, потому что мы понимаем, что намного больше заявок на... Вот я это хотела спросить. Что вы собираетесь сделать, чтобы вам еще раз... чтобы Ну, когда я говорю вам еще раз, я имею в виду государство. Я Потому понимаю. что вот решение, которое принимаете сейчас представителями и политическими делегатами вашей партии, они, в принципе, являются государственными решениями. Так вот, что вы собираетесь сделать, чтобы на этот раз сельхозпроизводители поверили? Ну, во-первых, государство... мы уже увеличили на 435 миллионов в текущем году. Что. Мы все знаем, что фонд АИП, фонд по субсидированию, был 1 миллиард 100 миллионов. Мы увеличили в октябре месяце на 435 миллионов. Это составило 1 миллиард 500 миллионов. Для следующего года уже сразу, с 1 января, у нас будет 1 миллиард 500 миллионов. Это очень важная составляющая, потому что он обычно рос на 50 миллионов лево, а тут сразу на 500, на 400 для следующего года. Это очень хороший подспорье. Кроме всего прочего, мы должны понимать, что когда мы сейчас говорим про закон о внутренней торговле, конечно, нужны изменения. Мы должны учитывать наши реалии. А в Молдове реалии таковы, что у нас все маленькие микропроизводители, все очень маленькие производители. У нас очень мало, ну, кроме каких-то крупных производителей, переработчиков молока, там какие-то там есть, там, не знаю, может какой-то там плавдовочной или каких-то картофеля. Но это считанные единицы, которые могли бы поставлять по всей стране и во все магазины товар. А в большинстве случаев это маленькие производители, которые могли бы поставлять, допустим, регионально. И нужно, вот у нас есть директива, сейчас мы ее получили, это Евросоюз 633 о нелояльной конкуренции, борьбе, которая позволяет правительствам контролировать, контролировать, допустим, между, отношения между двумя экономическими агентами, чтобы, допустим, там не было 30, 40 или 50. Мы понимаем, что когда маленький производитель работает с крупной сетью торговой, то в договоре тут может указать, что в конечном итоге при оплате накладных и при перечислении это должен ему дать там торговый рабат там 35 процентов 45 50 вот можем регулировать чтобы в договоре там у него было 10 15 процентов этого можно сделать и кроме всего прочего, чтобы он не имел обязательства поставлять во всех магазинах. То есть региональных. Допустим, если он производит какие-то очень вкусные помидоры. Ну, в Таракли, допустим. И они только в Таракли. И все знают, что он не может больше, чем в Таракли. А в Таракли у него два магазина. И он говорит, я могу вот местном, на региональном уровне, на районном уровне, вот эти два магазина и взять на себя обязательства по поставке данного вида товара вот в эти два магазина. То есть такая возможность должна быть. Потому что на сегодняшний момент все вот эти крупные сети, когда подписывают договор, сразу подписывают на все магазины и после этого требуют от поставщика, чтобы по телефонному звонку в назначенный день, в назначенное место был поставлен товар. И не все могут это выполнить. Проблема. Вот мы с вами говорили про внешние рынки сбыта продукции да. на Запад и на Восток. А проблема внутреннего сбыта плодовощной продукции фруктов, ягод, она же существует до сих пор и здесь у нас. Вы внутри... знаете, я думаю, что мы потеряли свой внутренний рынок, потому что наши крупные сети продают очень хорошо, допустим, польские яблоки. Потому что поляки, да, э, поляки поставляют 30-65. Да, они поставляют 30 дней в году, там по установленной цене и по установленному качеству. Э, допустим, я читал стратегию развития сельского хозяйства 2014-2020 год. Вот была очень такая хорошая. И, к моему сожалению, можно просто поменять вот эти года 2021 на 30 и начать заново. Да, начать заново, потому что ничего не выполнено. И одно из основных проблем, которая там было замечено, от, полное отсутствие практически вот, по вертикали связи в нашем внутри в рынке, между нашими местными производителями и сетями. То есть вот производители приходят и говорят, на экспорт, на экспорт. А в то же самое время он не видит, что вот под носом есть крупная сеть из 140 магазинов, с которым мог бы поработать. И продать тут на внутреннем рынке по очень хорошей цене не обязательно на экспорт. То есть мы не смотрим у себя под носом и быстро убегаем куда-то. Экспорт это всегда хорошо. И должна быть отдельная политика по продвижению экспорта. Но в то же самое время нужно налаживать связи, сильные связи внутри Республики Молдова между сельхозпроизводителями и, конечно же, крупными ритейлерами, которые имеют вот такую сеть. Потому что отношение потребителей, то есть покупателя, а, а, уже изменилось. Он хочет прийти в один магазин и в одном магазине купить все. То есть, он не хочет уже идти в три магазина: четыре, там, фруктовый магазин, там какой то там плодовочное, отдельно, мясное третий, четвертый. Если вы видите, даже вот эти шикарные мясные магазины, там нет-нет, да, уже появляются полки, все с... полки со всеми остальными товарами. Потому что это призывает к себе покупателя. То есть покупатель не может прийти только за молоком. Вот это молоко можно найти в любом другом магазине, где есть все остальные товары, которые ему интересны. И поэтому надо относиться к этому, Вы к торговле обознач... внутри страны. Я стороны. с вами совершенно согласна в части обозначения проблемы. Но мне интересны пути решения. Какие будете предлагать? Ну, пути решения тоже есть, они очень важны. Во-первых, я говорю о том, что мы на законодательном уровне можем сделать. И мы сделаем, мы поменяем, мы сейчас уже готовим законопроект на основе вот этой директивы. Ну а важно, чтобы наши внутренние молдавские производители поняли о необходимости создания вот этих кооперативов. Мы не можем за них говорить. Они должны прийти и сказать, вот нас пятеро и у нас 500 тонн товара а не нас пятеро, у каждого по сто. Это означает, что у каждого 100 тонн или там 50 или 60 тонн. Это очень маленькие количества, неоднородного почему? товара, неоднородной массы. Потому что в конечном итоге покупатель диктует, что должен продавать магазин. Если приходит товар неоднородный, непонятный, некачественный, покупатель не покупает его. А когда вот эти в четвером, в пятером объединяются, создаются вот эти холодильники, у нас уже есть такие предприятия, слава богу. Там, получается, у них есть линии по сортировке, у них есть линии, которые по упаковке то есть получается очень высокого уровня, качества э, товара. И особенно для нашего покупателя это все очень хорошо. Вы знаете, когда я последний раз слышала про кооперативы, кауп-магазины и консолидацию земель? В 2005-2006, по моему, годах, когда коммунисты были у власти, они проводили такую политику именно как форму, чтобы дать этим людям возможность, где сбывать свою продукцию, да, и обрабатывать на тракторах, а не на мотыг, мотыгами землю. Поэтому звучит так, знаете, вы действительно становитесь все более и более социальными, как партия. Ну, это экономическая составляющая, потому что кооператив — это в первую очередь форма экономического объединения для продажи, это, это очень эффективная мера, потому что я всегда привожу в пример кооператив на юге Италии, который в общей сложности, когда заканчивается период сбора яблок, у них на складах как минимум 50 тысяч тонн яблок. Я все время привожу пример, я говорю, представляете себе, каким образом вот этот кооператив ведет переговоры с крупными сетями по продаже яблок, то есть они диктуют цену, потому что у них 50 тысяч тонн этих яблок. Они занимаются экспортом и продажей, продвижением этих товаров внутри, маркетинг, все. То есть экономический потенциал такого объединения, ну просто невозможно сравнить с экономическим потенциалом одного или даже двух производителей. Поэтому. Единственный, возможный правильный метод решения вот такой проблемы ⁇ это будет кооператив. Вот пример объединения людей, потребителей воды, когда мы говорим про создание систем, ирригационных систем. Конечно, у нас сейчас будут меры по поддержке развития, возобновления ирригационных систем, потому что мы видим, засух никуда не делась. Вот этой осенью опять у нас засуха, очень плохо у нас с В прошлом азимы. году, я помню, правительство говорило о выделении довольно приличной суммы на ирригационные системы. В этом году, вот вы сейчас принимаете закон на 2022 год, там предусмотрены деньги на ирригацию. Но есть линии по субсидированию в АИПе. вот Там есть целые э, меры по субсидированию ирригационных систем. Но эти меры будут идти исключительно к тем районам, где есть ассоциации использователей воды. Вот экономические агенты объединяются, те, которые хотят использовать эту воду. То есть они практически создают вы тоже заставляете проводить консолидацию. Я же Но, а, иначе невозможно. а иначе невозможно. Потому что, смотрите, у нас есть опыт Унгена, у нас есть опыт Крюляна. Когда взяли огромное количество денег, там ну, в одном месте 16-17 миллионов долларов, построили ирригационную систему, а там не было ассоциации потребителей воды. И оно используется ну, где-то 25% от мощности. То есть никто не учитывал, есть там потребитель воды, есть кому отдать в, в эксплуатацию данную систему. И поэтому получилось, что такая... Важная система строительства и очень важная составляющая для развития экономики и сельского хозяйства, она сейчас вообще простаивает и бесхозна, потому что там нету вот ассоциации для потребителей воды. Знаете, чего у нас еще нет? Я так и не поняла. Мы сохранили или уже совсем потеряли перерабатывающую промышленность. То есть то, где мы могли бы делать опять консервацию, соки, варенье и так далее. То, что у нас было всегда и было хорошего качества. Ну, у нас остались вот эти фабрики большие, там они в Аргиеве есть, и на севере еще есть некоторые из Но них. Но их мало. Но все остальные, насколько я понимаю, уже давно и след простыл этих предприятий. То есть, чтобы мы не наблюдали ежегодно гниют яблоки, гниет слива, еще что-то, не уходит в свежем виде, можно сдать на переработку, на консервацию. То есть, чтобы был выбор у производителя. Как, есть ли какие-то рассматр... понимаете, Лили, э, ну, мы находимся сейчас в 2021 году, и очень важная составляющая это экономическая, и экономическая, мы понимаем, потребность, спрос и предложение. И э, тут э, очень важно понимать, мы можем начать производить то или иной товар. А в конечном итоге покупатель будет, он не получится дешевле, чем э, импортный. Он не получится дешевле по той простой причине, что вот это производство надо строить заново с нуля. Uh -huh. Это надо инвестиции, uh -huh. а после этого после строительства начинается амортизация инвестиций. Uh -huh. и это очень важная составляющая в производственном процессе. Вот Можно помните, я тоже у вас передать? Я не, я понимаю. Вот помните, я у вас передать говорил? Это одно было, когда в советское время закончилось, там нет у нас коров, некуда продавать молоко, ты закрываешь ферму, ставишь замок и хранишь ее. А после этого вот, уже, вот допустим, мы сейчас хотим начать, а у тебя актив есть, там побелил и какой-то ремонт сделал. И мы начинаешь. разобрали эти фермы. Я мы знаю, разобрали, но сейчас эти активы осталось. нужно амортизировать, я, и это я очень сейчас, дорого. А я о другом сейчас говорю. Что нам дают такое? Первое, куда девать переизбыток овощной, овощной и фруктовой продукции? Да, мы их будем консервировать, это другой вид товара, но в любом случае открытие рабочих мест там на местах. Люди будут иметь где работать, соответственно, переработанная будет по-другому стоить, там другая добавочная стоимость, соответственно, да, и доход государства другой будет, чем от первичной. Согласен. То есть, если подходить экономически... Нет, согласен, то... у нас будет целая линия по субсидированию, но это, насколько интересно и насколько важно, настолько и трудно, потому что, во-первых, в Молдове нет проблемы с преизбытком рабочей силы, в Молдове нет рабочей силы. А да. уехала рабочая сила от того, что, а, минимальные зарплаты, на которых невозможно было выжить, потому что большинстве уехало именно из районов, да, в Кишневе еще можно найти, И чем дальше от столицы, ну, тем сложнее, а, б, уехала, потому что не было рабочих мест непосредственно возле мест, где они жили, а и они просто захотели жить, как все нормальные люди, с канализацией, светом, который не выключается при первой грозе газификации и так далее. И отсутствие инфраструктуры, то есть инфраструктура, замерзшая на уровне 90-го года, не способствует сохранению жителей в том или ином населенном пункте. А закрытие школ способствовало миграции молодых, которые ехали туда, где есть школы, где их детям будет где учиться. И, соответственно, мы и получили и внутреннюю миграцию, и внешнюю. Открытие рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительство э, заводов, фабрик, частных перерабатывающих предприятий, еще что-то, может позволить людям вернуться. Я не уверена, что все, которые живут за границей, хотят там остаться навсегда. Многие скучают по стране, но нет конкурентной зарплаты, нет возможности выживать. Мы создадим вот. условия, для, если экономические агенты захотят этим заняться, конечно, мы создадим условия, и это будет субсидировано правительством государства. Это будет субсидировано. Вот видите, мы с вами разговариваем 35 минут в таком темпе, чтобы как можно больше успеть, потому что у нас не очень много сегодня времени. вот. Но если честно, то, что я наблюдала за первые 100 дней нового правительства и работы парламента, оно больше как-то было связано с наведением порядка, скажем так, ставить своих людей на все ключевые должности, попытаться начать чистить, я не говорю проводить реформу, хотя бы начать как какую-то чистку в юстиции. И мне показалось, что экономика, сельское хозяйство не в первых рядах были за это время. Я, ну, это все параллельно, просто все говорили про что-то другое. Но все происходит параллельно, потому что когда мы говорим про государство, и про этот живой организм, и все взаимосвязано, и все очень важно все очень важно. Нет того важнее, что реформа юстиции важнее, чем сельское хозяйство, или реформа юстиции важнее, чем образование. Это все совокупности. Просто все время говорили, потому что там были или арест, или задержание, или снимали кого-то с должности, и поэтому все время акцентировали внимание на такого рода деятельности. А так, я думаю, что все это проходит одновременно. И я думаю, что тут было бы уместнее сказать, мы не то, что ставим своих людей, мы просто ищем и ставим людей, способных э, начать процесс реформирования и развития республики То есть Молдова. это не люди, которые лояльны к партии и действия солидарности? Да нет, абсолютно. Да, я, не, я знаю практически по Кишиневу и всех остальных, знаю еще всех членов партии. Я был председателем угу. территориальной организации. И в правительстве там нет вообще членов партии. В большинстве своем там Несколько министров у нас член партии, все остальные, в результате каких-то конкурсов, есть многие, которые возвращаются из диаспоры. У нас нет такого вообще принципа, что исключительно должен быть членом партии или приближенной к партии. Это большинство большинстве своем людей, которых мы вообще не знаем. И впервые видим, вот сейчас, когда их назначают в ту или иную должность. Да. Господин Боли, мы с вами летом разговаривали. И вы здесь, на мой взгляд, здравую мысль тогда предлагали. О том, что при создании правительства все-таки будет не только одно, не будет монопартийное. Оно и не является монопартийным. Оно монопартийное, плюс не члены партии, представители того или иной бывшей НПО. Но с точки зрения политической это все одной направленности. А здесь вы высказывали мысль, что можно было бы вести переговоры и с другими какими-то политическими формированиями, чтобы были представители других партий. Тогда мы об этом говорили. Сейчас вот она все-таки монопартийная, одна партия, там, там, либо беспартийная, либо партийный. члены партии да. действия солидарность. Других политических течений в правительстве нет. Ни на уровне министров, ни на уровне госсекретарей. Это все один кулак такой рабочий партийный политический. Знаешь, Вы, считаете, прав... Прав... Вы считаете, что это все-таки правильно? Потому что люди должны смотреть и думать одинаково. То есть принципы и ценности должны быть одинаковые. Люди все разные, но принципы и ценности. То есть они должны говорить на одном языке. То есть мы должны говорить о том, что надо строить и реформировать Республику Молдову, надо ввести ее, вот, ну, на вот в, в, в этот экономический поток региональный, потому что мы находимся между Румынией и между Украиной. И от того, что мы превращаемся, мы, мы, мы притворяемся, что это от нас не зависит, что мы каким-то своим особым путем идем. Все вокруг нас развивается, а вот только мы законсервировали себя. И в конечном итоге, вот, когда появляются какие-то вот компании иностранные, даже из той же Украины или из Румынии, они ну, за считанные секунды уничтожают нашего местного производителя, потому что наши так и не развились, так и не создали кооперативы. Так и, ну, кооперативы можно сравнить с таким кулаком. Вот мы собираем, как в кулак, вот эти они могут противостоять вот, внешним влияниям. И в конечном итоге мы не можем запретить импорт, потому что мы понимаем, что наша экономика, наша экономика она ориентирована на экспорт. И в большинстве своем, в своем все товары, которые производят сельхозтовары, пшеница, рапс, кукуруза, это все ориентированное исключительно на экспорт товара, mm -hmm. исключительно на экспорт. И любое движение административно запретить импорт или сократить каким-то образом импорт в Республику Молдова любых товаров, это приведет к таким же результатам, очень серьезным, по экспорту наших товаров. Поэтому этого мы не можем делать. А мы должны подготовить наш внутренний рынок к такой конкуренционной среде. И они должны понять, вот мы работаем над этим, они должны понять, что исключительно через объединение они могут противостоять так называемому конкуренционному натиску, который придут. И надо выстраивать совершенно другие качества, вот те, которые в большинстве своем создали. Понимаете, у нас был нетипичный вид, у нас был молодой, нетипичный такой вид развития политика экономической социальных отношений. И, безусловно, деловые люди, которые добились большинства, ну как, успеха, я не говорю про большинство или там, но многие из них, развили совершенно другие качества, которые в капиталистическом мире, они не очень-то пригодны. То есть подхалимство, надо иметь какие-то связи, разбогатели на каких-то договорах с государством, на строительстве на выиграли какие-то тендера. Прекрасно, или это да. 30 лет здесь вот работало, лет, много разбогатели, когда приходит, аж до Да, согласен, но когда, вот я говорю, но когда приходит настоящий капиталистический мир, где там должна быть сноровка, знания, Экономический Один потенциал нашего работы. Вы проигрывают. говорите о кооперативах и консолидации, это, это не очень капиталист. Если не сказать, что не совсем не, не капитализм. А почему нет? Это экономическая составляющая. Четверо производителей совместно создают кооператив. У меня заключительный вопрос: вот все, что мы сейчас вы говорили, это все, конечно, правильно. За исключением одного момента, который меня смущает, мы должны защищать своих, или если приходят большие акулы с большими деньгами, они будут чувствовать себя здесь вольготно, учитывая начало, я помню, пандемии в 20, 2021 году, когда у нас не было масок, потому что мы не могли их получить, их перехватывали там по пути из Китая сюда, шприцов и так далее, и так далее, и так далее. Может быть какой-то минимум, который будет гарантировать нам безопасность, Пищевую, энергетическую, безопасность медицинскую, такую-то, такую-то. У нас должен быть законодательный процесс. Ну, конечно, должен быть. У нас поэтому есть и субсидирование. Поэтому мы сейчас, вот, кроме того, что у нас есть маленькие, средние и большие производители сельхоз, мы включаем и такой микропроизводитель это люди, для которых будут специальные программы. Вот то, что вы говорили, маленькие производства. Я больше чем уверен, что про большие консервные заводы мы можем забыть в Молдове, но про маленькие производства консерв мы можем говорить, мы можем субсидировать их, как на уровне стартапа, мы можем дать в авансе деньги, а не после инвестиционные. То есть у нас, конечно же, есть такой интерес, и мы их поддержим, потому что, в принципе, без них исчезнут и умрут все наши деревни. И, конечно, мы должны защищать, и путем субсидирования другого просто нет метода защиты своих маленьких производителей внутри страны, кроме как через программу субсидированного сельского хозяйства. Все, я вас благодарю. У нас время сегодня закончилось. Спасибо, большое. Спасибо, что вы нашли время сюда прийти ко мне в студию. Я надеюсь встречаться с вами далее, потому что, насколько я знаю, там в комиссии сейчас рассматривается несколько законопроектов, которые мне бы очень интересно было бы потом попозже в студии обсудить. Ну, буквально завтра голосуем за два из них в первом чтении. Это очень интересный, хороший закон. Я думаю, после принятия в первом чтении будет что обсуждать. При когда мы увидим это все уже после обсуждения в парламенте. Может быть, все-таки от оппозиции кто-нибудь тоже согласиться прийти, чтобы э, более предметный был спор, может быть так. Еще раз благодарю вас, господин Спасибо. Боля, Владимир Боля, депутат парламента от партии Действия солидарности». Я с вами прощаюсь ненадолго, на пять минут. Через пять минут возвращаемся в эфир с Петром Маковей. Говорим о ситуации в СМИ и изменениях аудиовизуала.